Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Мы находимся у здания бывшего ресторана «Сылва». В отличие от нескольких лет назад, сегодня оно напоминает бункер. А с другой стороны, здание разрушается буквально на глазах. И самое обидное, что ситуация длится уже далеко не первый год. Ну, конечно, неприятно. Люди же тут ездят. Надо делать. Кто бы взялся и сделал. Так ведь? В Кунгуре есть несколько долгоиграющих проблем, и здание за моей спиной – одна из них. Хочется надеяться, что когда-нибудь эта проблема решится, ведь мелочь эта рассыпается уже на протяжении многих лет. На улице Карьерная мы нашли еще один самодельный дорожный полицейский, но в отличие от остальных, этот для экстремалов. Если с одной стороны через бетонную балку еще можно проехать, то с другой на этот шаг пойдут только те, кто не любит свои машины. Кто и зачем поставил это препятствие, нам не ясно. Но зато ясно то, что соберет оно еще немало колес автомобилей. Мелочь, а экстремальная. А на спуске с горы у Всесвятского храма мы нашли еще одно произведение самодельного искусства. Это знак парковки. Кроме того, что знак этот сделан не по ГОСТу, так еще и написано, что стоянка здесь разрешена только для автомобилей клиентов. Только вот ни одного магазина мы в 30-метровой зоне не увидели. Ну, знак пусть заказывают такой, как нужен, какой положен. Вот. И пусть там останавливаются. Готовятся к остановке. Конечно, если кто-то хочет, чтобы здесь была настоящая парковка, нужно согласовать этот вопрос с администрацией и службой ГИБДД, а не весить здесь картонную табличку. Ведь мелочь эта сделана неправильно. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – компания «Уралинпром», производитель полистиролбетонных блоков, перемычек и перегородок.